Не успели повысить стоимость проезда в общественном транспорте, как начались проблемы. На оперативном совещании до губернатора была доведена информация о том, что муниципальный перевозчик в Кинешме, за ним закреплено два маршрута, отказался перевозить людей по социальной карте. Первые звонки с нарушениями поступали в профильный департамент еще в пятницу минувшей недели. Губернатор велел ситуацию урегулировать. Кинешемский перевозчик свои действия прокомментировал тем, что из-за пассажиров с социальными картами теряет в прибыли. Местные власти объяснили предприимчивому бизнесмену, что своими действиями он нарушает федеральное законодательство. Было сказано, что в случае повторных нарушений перевозчику будут применены меры административного воздействия. Хочу обратиться к жителям города Кинешма. В случае повтора таких инцидентов вы можете обращаться в прокуратуру Ивановской области, а также Роспотребнадзор, который отвечает за исполнение федерального закона.